Да-да-да, приветствую, друзья, всем огромнейший привет. Сегодня 15 число, скажу, блин, ты что ты поставил старую песню, как старый, как я не знаю кто. Блин, не буду говорить, короче, не буду, всякими прибаутками говорит. Ну а что? Сейчас все песни, я сегодня хотел показать вам, включить несколько песен, они все с матом. Все с матом, с перематом, а здесь хорошие раньше были. Да, и тем более, знаете, не знаю, я помню, вот... В детстве мне очень нравился фильм, прям реально нравился фильм, прям я его смотрел. Актера главного вроде зовут Быков, вот, то есть фамилия была Быков, это знаете, как фильм называется? «В бой идут одни старики», прям реально круто. У меня даже на зеркале висела такая вот фотография вот этого актера, да, вот этот главного, вот этот прям. Ну а что, почему нет, прям равнялись. Сейчас же у нас герои другие. Да, и авторитеты другие стали, да, и песни другие. Не знаю, я вот сейчас смотрю, мне в Яндекс Музыка там в рекомендациях выдал эту песню. Думаю, почему бы вам не включить? Хорошая, классная песня. Во всяком случае, мне понравилось. Ладно, сегодня 15 число, плюс 13 градусов, сегодня немножко похолодало. А знаете почему? Вчера, ну, я даже днем везде ходил, просто ходил в футболке с коротким рукавом. Вчера весь день было плюс 23 градуса. Ну, представляете, как можно в куртке ходить, ты просто там упаришься. А сегодня плюс 13, хотя, блин, еще не вечер, может быть, немножко и потеплеет, а может быть, немножко прохладнее станет. Сегодня планируем поехать на Красную Поляну, поснимать для вас дома. Я понимаю, что эти дома нахрен из вас никому не нужны, потому что по таким ценам. Но все равно надо же сделать разнообразие контента у себя на канале. Поэтому поедем, поснимаем дома на Красной Поляне. Хотя, говорю, просто не космические цены. Потому что, когда, например, я приезжал в Сочи, я думал, что, ну ладно, посмотрю домик на Красной Поляне, в крайнем случае. Я понимаю, что Сочи дорого, Адлер дорого, а Красная Поляна находится в ебенях. Значит, там что там, значит, должно быть дешево. И когда приехал, думаю, нифига себе. А Красная Поляна-то, оказывается, у нас не центр Сочи супердорогой, не Адлер супердорогой. Самое дорогое у нас место, это Красная Поляна,
Красной Поляны просто цены космическо-порнографические, думаю, нифига себе. Хотя, когда ты находишься у себя там далеко, да, в Орске, ты рассуждаешь по-другому. Ну, согласна со мной? Согласна. И вот, как бы, вот, я понимаю, что вот 99% из вас также скажут, ну, вот, смотрят карту Сочи, ну, Сочи классно, Максим показывает, Сочи прикольно. Адлер, наверное, должен быть дешевле, потому что 30 километров, особенно так москвичи рассуждают, у нас же, чем дальше от МКАДа, тем цена ниже. А потом раз, о, Красная Поляна в Ебуновске находится, как Орехово-Зуево, скажет, о, значит, должна быть цена ниже. А потом раз, приезжает и офигевает, говорит, нифига себе, сказал я себе. Кто-то говорит, нифига себе, а оказывается, а пацаны-то и не знали, говорит, нифига себе, а там раз, вот надо съездить, как бы открыть вам глазки, потому что скажешь, блин, сейчас тоже у нас, у меня просто в последнее время много стало запросов, но мы понимаем, Сочи, Адлер дорого, а давайте вот километров 50 от Адлера, там 60, вот Красная Поляна там, да? Там вот дом можно купить миллионов за 10? Ну, можно купить сотку земли от 10 миллионов. Это можно. Сотку земли от 10. Это можно. А дом за 10 купить нельзя. Нет. Ладно, поедем и съедем. Ну, что у нас сегодня? Сегодня, блин, немножко пасмурно, да? Согласна же? Согласна. Ну, и опять же, да, вчера читал ваши комментарии по поводу видеоролика, который называется «Адлер». «Адлер Сочи» и так далее. Там кто-то мне там написал, вот, Максим, там, удаляет комментарии. Блин, ребят, я не только могу удалить комментарии, я и могу и забанить. У меня есть такое, что раз в полгода я беру и разбаниваю, да, всех беру просто и все. Но если человек тупой и ничего, ну, если человек одаренный, такой смышленый, и он ничего не понимает в этой жизни, то приходится его обратно банить. Мне постоянно жена говорит, зачем ты их разбаниваешь? Ты посмотри, говорит, всякую чушь, говорит, вот это как бы идиотов кусок, говорит, одни и те же, говорит, ну нафига ты это делаешь? Ничему жизнь людей не учит, ты понимаешь? Я говорю, ну понимаю, говорю, ну все равно хочешь дать второй шанс и так далее. Теперь по поводу того, что я там могу ехать и моргать могу. Знаете, конечно, ребят, ну вы же правила дорожного движения-то должны были изучать. У нас дорога, курортный проспект от Мамайки и до, получается, въезда в Адлер, да, вот до того самого моста через реку Кудепса, эта дорога считается за городом. Соответственно, там и можно и ехать со скоростью, в том числе, и 90 км в час. Ну и, соответственно, есть правила, за которые вы должны, ну, как бы, придерживаться. За городом, где можно ехать со скоростью более 80 км в час, при свободных левых полосах, ой, при свободных правых полосах, вам запрещается принимать, ну, ехать по левой полосе. Ну, не верите, давайте я прям зачитаю, как это звучит именно в правилах дорожного движения. Потому что, ну, сами понимаете, я понимаю, что у нас безграмотных очень много. Пункт 9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, где разрешенное движение со скоростью более 80 км в час, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. В редакции постановления правительства Российской Федерации от 14.02.2005 номер 767. Вот мой ответ. Поэтому, само собой, можно так. Еще раз повторюсь, многие приезжают и считают, особенно таксисты у нас считают, что они цари на дороге. Они могут ставить машины где угодно, могут передвигаться. И как мне там один написал, чудик, сейчас скажу, один мне чудик написал, Юрий Гуров. Вот Юрию Гурову я хочу ответить. Прошу вас не моргать фарами в передвижном транспортном средстве, если оно не нарушает скоростной режим. Смотрите, ну вот если оно не нарушает скоростной режим, но едет в крайне левом ряду, как бы просто так, и при свободных правах, оно уже нарушает. Это нарушение. Он может скоростной режим не нарушать. Но есть еще другой момент. Это касается также большинства водителей, которые там по трассе, например, той же самой берут и едут, как бы кто-нибудь с Москвы уже едет в Сочи, да, мне даже дочка говорит, я говорит, не понимаю, говорит, этих дальнобоев, по две полосы. Вот он берет, там один едет 90 км в час, а другой его со скоростью 91 км в час пытается опередить. И получается, ты едешь по платнику, но две полосы, получается, всегда заняты. Понимаете? Две полосы всегда заняты. Вот вам и ответ.
что сюжета сказки нет. Он ушел еще вчера в синих ластах и носках. Поэтому, ребят, перед тем, как написать всякую чушь, вы сначала почитайте как бы правила дорожного движения, загуглите, а потом уже раз и пишите. И вот у меня этот, как бы, не знаю, у меня вот этот тот самый, кто написал, Юрий Гуров, он сразу язык в задницу запихал. Оказывается, потом прочитал, ой, оказывается, по правилам дорожного движения-то, оказывается, ну нельзя, оказывается, с левой стороны-то тащиться по трассе. Оказывается, нельзя, а я-то не знал. Конечно, тебе будет моргать. Те могут еще и в жопу въехать, потому что левая полоса, как бы при двухполосном движении, да, в одном направлении, это полоса для маневра, там, скорее всего, опережают. Поэтому, если не хотите, чтобы вам въехали в задницу, езжайте по правой полосе, если вам хочется там разглядывать там туннели, там красиво, там, может, там еще что-нибудь и так далее. Теперь следующий момент, да, там, Максим, вот, там, не нравится, езжай в свой Орск с этими казахами, если тебе не нравятся армяне. Да мне армяне по барабану. У меня очень много знакомых, хороших, очень много друзей. И благодаря армянам у меня, можно сказать, и появилась и квартира у родителей и так далее, да, там, застройщики те же самые, которых я покупал. Я к ним нормально, хорошо отношусь. Ну, вот как и везде, есть у нас порядочные люди, да, там как бы есть непорядочные. И, соответственно, так уж получилось, что здесь тоже, понимаете, я про что говорю, когда говорю про Адлер и тому подобное, там, я же говорю про то, что нет плохих наций, есть люди, у которых не хватает, например, как бы денег, не хватает того, чтобы там получить образование должное, да, и все. И получается, есть и во всех нациях есть и нормальные, порядочные, и нормальные. Просто есть такое понятие, где образуется, ну, большинство. Ну, например, вот, ну, вот, например, в Сочи, например, я вот не вижу такого прям явного беспредела, такой явной доминации, вот этот, который там творится. По поводу того, что там кто-то уже мне тоже говорит, вот там тебя могут там взять, там тебя еще армяне не побили или еще что-нибудь. Ну, ребят, я вот живу в Сочи 8 лет, и я могу сказать, что за 8 лет у меня были стычки и с армянами, и с чеченами были стычки, и с казахами были стычки, и с русскими были стычки. Со всеми были, но ни до чего до мордобойства не дошло, ничего по одной простой причине, потому что, понимаете, вот женщине тяжело понять, а мужики могут понять. Вот мужики прекрасно понимают, вот мужики всегда чувствуют, когда перед ними сильный соперник и все остальное. И они там могут, да, повыеживаться, но обычно ничего не доходит, потому что мужики всегда чувствуют. Мужики всегда чувствуют, и инстинкт самосохранения заян. Ой, сохранение работает. Например, я помню, мне как-то забили стрелу у нас чеченам за то, что, видишь ли, я взял и вмешался, когда три там подростка, ну, не подростка, там лет по 25 чеченов брали возле жилого комплекса Парк Горького, воспитывали девочку в этом платке, по лицу бил, типа, короче, объяснялись. Потом выяснилось, что это, типа, его жена имеет право, и мне старшие взяли и забили стрелу, и там пытались объяснить, что там я там такой-то провокатор, что я к ним по докторам подошел, что я не вижу, какой-то, ну, короче, в таком духе. И мы там с одним из застройщиков потом после этого разосрались. Потому что мне стало как бы неудобно, некомфортно. Как бы, хотя я в той стороне был прав, все, никто ничего не смог выписать. Да? Вот так вот. Так вот. Второе было, у меня была стычка с армянами, адлеровскими застройщиками, которые, в свою очередь, ну, я снимал обзор, сказал, как есть. Там, ну, сказал, как есть, там, минусы, плюсы. И там по телефону, да ты что, да там, ну, там как раз были суды и все остальное. Ну, кстати, сейчас дом снесли, ну, так, сплернул наперед. Дом снесли. И они там, да ты что, да ты-то все, да мы там тебя, да то-то, то-то, да я твою маму там, да я тебя там вы... Ну, не знаю, такое ощущение, как будто там, не знаю, гомосеки со мной разговаривали по телефону там. Меня, как бы, получается, по телефону хотели, ну, как бы, мужик хотел трахнуть мужика, представляете себе? Мне забили, помню, стрелу, знаете, приезжай там, все там, приезжай один, мы тоже будем одни. В общем, я это еще помню, Лехи еще не было, там толком никого еще не было в Сочи. Ну и все, поехал я в Адлер, к ним в офис, приезжаю, сидят три жирных, толстых армянина, и все. А я еще перед тем, как поехать, Лехе звоню, говорю, ну, забили стрелу, там все это. Он говорит, да ты езжай, ты же знаешь, они говорят, только по телефону, говорит, смелые, говорит, езжай, говорит, ну все там, ты прав в этой ситуации, растащишь, без проблем. Ну, Леха мне такой, знаешь, поддержал такой, по-человечески такой. Я говорю, ну ладно, хорошо.
приезжаю, тут сидят эти три армянина, и этот сразу такой: «Эй, садись, лезь такой». Я говорю: «Слушай, говорю, в тех местах, откуда я приехал, говорю, у нас нет такого понятия «садись», у нас есть понятие «присаживайся». Я говорю, это первое. Второе, кто, говорю, со мной по телефону из вас разговаривал? А это не друг другу смотрит. А что? Я говорю, кто со мной по телефону разговаривал из вас? Я говорю, вы что хотите, говорю, кто-то из вас? Подраться хочет, говорю, так давайте, говорю. Я говорю, наверное, может быть, вас троих и не вывезу. Ну, покалечу, говорю. Это первое, говорю. Второе, говорю. Даже если вы втроем сейчас со мной чудесным образом справитесь, я говорю, я на следующий день забью вам стрелу на нейтральной территории, и тогда уже я приду не один. Придут со мной мои друзья, хорошие друзья, с Орска приедут, ничего страшного, вы увидите. И тогда будем разговаривать по-другому. Я говорю, что вы хотели, говорю, по телефону? Подраться? Я говорю, или кто-то хотел меня трахнуть, говорю. Кто из вас здесь? Гомик, говорю. Они хоп такие, ну по телефону, ну там мы разговаривали. Я говорю, кто из вас разговаривал по телефону, говорю, со мной, говорю, кто мне угрожал, говорю, из вас, говорю. Я говорю, кто сейчас готов ответить за свои слова, говорю, вот я здесь, говорю. Там смотрю уже, там друг на друга такой, ну это, братишна ты. Я говорю, вам не брат, говорю. Я говорю, и вообще, говорю, ну они там уже потом тянут руку здороваться. Я говорю, в тех местах, говорю, где я вырос, говорю, вообще западло подавать руку, говорю, что там по телефону, кто, говорю, со мной из вас разговаривал по телефону? Ну, они там, да вот это мы, да ладно, ну, присаживайся, давай, мы драться не хотим сразу. Я просто сразу спросил, ну, если хотят драться, ну, я бы сразу начал драться, и все. Короче, сели, минут 20 бестолковых разговоров, просто тупорылых разговоров, просто там, вот, да вот, ты не прав, ты там сказал то, ты сказал это про наш объект. Я говорю, ну хорошо, говорю, ну сделайте, говорю. Я приеду, говорю, на фоне этого объекта возьму и извинюсь. Мне не западло, говорю, мне не стыдно, говорю. Возьму, говорю, извинюсь, скажу, я был неправ. Но в итоге сейчас только можно приехать и на фоне этих руинов только. Потому что дом-то снесли спустя год после того, как мы пообщались. Ну вот и все, вот такая тоже. Ну и опять же, там, мне потом позвонил Артур и говорит, Макс, говорит, ты что, там, мне там жалуется, говорит, какой-то беспредельщик пришел один, говорит, да еще там, говорит, начал качать, да еще, ты что? Я говорю, да ничего. Он говорит, да ты позвонить мне, говорит, там нормально, мы все друг друга знаем, разобрались. Я говорю, зачем я буду кому-то звонить? Я говорю, нахрен мне это нужно, говорю. Че, я думаю, сам что ли не справлюсь? Ну, Макс, ну ты же знаешь, мы же горячие. Я говорю, конечно, горячие, говорю. По телефону говорю, горячие, аж это, как бы, аж обжечь можно, как пирожки, думаю, из печки. Ну, в общем, так вот пообщались. Это у меня была вторая стычка. Третья стычка у меня была, когда я прозванивал фейковые объявления. И потом мне какой-то перезвонил какой-то мудак. И он мне там начал, да это моя жена, да так все выстраивается, это, да-да-да-да. Короче, и забил мне стрелу. Забил стрелу мне, это был русский мужик, муж вот этой девочки с Винсента, которая там плодила целую кучу фейков, я тоже про этот случай рассказывал. Приехал я в ресторан, сразу взял спортивный костюм по старой традиции, который у меня пылился беленький, взял сумку и все, потому что там тоже там столько угроз было по телефону, все, я уже, судя по словам собеседника, я был, как его, уже ходячий мертвец. Тоже захожу туда в ресторан, сидит за столом, наверное, человек 10, соответственно, он сказал, ты подойдешь там все, я хоп, подошел, я говорю, я Максим Коломитцев, кто там со мной хотел пообщаться? И то, хоп, короче, такие на меня смотрят, а там и русские, и армяне сидели, там все подряд сидели, все, ну, как бы, и это. Я, кто хотел со мной пообщаться, кто там по телефону такой дерзкий? Ну, вот так вот начинаю прям, ну, с наездом, понимаете, ну, как бы, не культурно, а с наездом. И там хоп, там один из армян, он такой говорит, братиш, говорит, да проходи, говорит, давай поздороваемся. Я говорю, не, здороваться не будем. Тебе говорят, почему? Я говорю, ну, говорю, в тех местах, говорю, где я вырос, говорю, после таких разговоров по телефону вообще должно западло здороваться, говорю, зашквариться можно, говорю, зашквариться. Тут этот парень встает, ну, как бы такой большой парень, такой сивый, такой хоп, это я. Я, ну, что, говорю, пошли, говорю, или что, прямо здесь, говорю, будешь позориться. Я им прям так, говорю, с наездом, или прямо здесь. Че, хоп, такой опять этот армянин сидит, видать, самый старший там, ну, за этим столом. Он говорит,
да нет, нет, вы лучше отойдите. Ну, а я сразу позначил, говорю, или ты здесь будешь позориться перед всеми. Ну, я знаю, что я прав в этой ситуации, я знаю, что я вывезу. Я ей говорю, ну, что ты там по телефону, говорю, такой смелый, говорю, что ты хотел, подраться, говорю, давай. Он, да нет, я нормальный, ты что, можно все раз... Я говорю, что хотел-то? Ну, вот, ты понимаешь, вот вся... Вот по поводу фейков мне, по поводу жены своей. Вот так, все работают в Сочи. Я говорю, я так не работаю, говорю, у меня фейков нет. Ну вот, ну все... Я говорю, да не говори за всех, говорю, ты говори за жену. Я говорю, ты позвонил, что ты хотел? Говорю, то, что твоя жена. Я говорю, ну не, как бы ничего страшного, как бы пообщались с ней, говорю. Вот ее узнали по голосу родственники. Я говорю, ну что, говорю, родственникам стыдно, говорю, за то, что жена берет и разводит нас людей на бабки. Он, почему? Я говорю, ну кто-нибудь из Орска берет, подрывается, говорю. Ну ладно, просто подорется. А если приедет кто-нибудь из такой категории, где, который может спросить за те или иные слова, говорю. Ну, что это называется? Ну и все, короче. Ну все, и самое главное, самая козырная фишка, кстати, у всех. У всех без разницы. Но это, ну ты если что, мы видим, ты правильный пацан, ты если что, обращайся. Там, короче, мы там впрягемся. Блин, вы себя не можете впрячься. Говорю, вы что делаете? Вы что? Ну, вся смешно звучит, как говорит, обращайся, братиш, там все, мы там все в таком духе, и все. А по телефону, конечно же, всегда все смело. Поэтому всякие разные были стычки. Единственное, что с абхазами не получилось нормально поговорить. Я ехал на Nissan Qashqai, у меня был 56-й регион. На Донской меня подрезали, и, соответственно, на старом Мерседесе, и потом начали, когда я уже ехал на микрорайон Макаренко, взяли, поперек поставили машину, и двое из них, там двое абхазов выбежало, с машины. Я, конечно, не стал долго там, ну, как бы рассуждать, я же понимаю, что там две обезьяны выбежали, хотя сами не правы, все. Ну, я, получается, сразу же двоечку прописал первым, прям сразу, без разговоров. Он что-то еще, я еще раз ему втащил, а второй сразу, братиш, да мы там, мы опаздываем. О, нифига себе, зеленый человечек. Говорит, да мы, говорит, опаздываем. Я, куда вы опаздываете? Да вот у нас ребенок, где там ребенок-то? Ну, начинает сразу звездеть. Знаете, как бы я же вижу, там ну, ни ребенка нет, ничего. Значит, опаздывает, а время для того, чтобы перекрыть движение, нашлось. И самое интересное, когда я вот удивился, и вот за что огромное спасибо вот всем сочинцам, тогда вот они видят, что вот эти два абхаза, как бы сразу остановилось машин 6, наверное. Машин 6. Но видят, что парень, да, у меня там 56-й регион. Вот на этом, как бы, это Маримол в сторону Макаренко на этом мосту. Сразу там целая куча машин остановилась, и все, короче, давай на этих наезжать. Хотя на них были, они уже были потерпевшие, потому что я одному прям нормально втащил, там бедный, там все, как бы, ну, прям все, нормально прям. Поэтому здесь, как бы, тоже, я говорю, все из личного опыта. Просто, если некоторыми нациями можно поговорить по телефону, так вот можно поговорить, по телефону они вообще все герои, все вот такие вот прям это, бессмертные. Я, например, одному благодарен, к городу Орску, что когда ты живешь в Орске, ты хочешь, не хочешь, тебя заставляют и тебя учат отвечать за свои слова. Это вот большой и огромнейший плюс, когда отвечают за свои слова. А почему вот так происходило? Потому что, не знаю, потому что всю жизнь были такие ситуации и так далее. Бывали всю жизнь и стычки, и все. Но вот именно вот прям таких вот серьезных вот прям вот моментов, серьезных, да. А, и еще один был момент, да, еще один мой момент. Тоже там один там из... фейкометчиков тоже мне забил стрелу. Вот мы сейчас будем даже проезжать это агентство. Я приехал, там собралась целая толпа понаблюдать. Потом, видать, ему стало стыдно. Я говорю, что ты там по телефону трепался? Говорю, тебе что, я говорю, здесь есть? Втащить, что ли? Что? Хотел подраться, что ли? Ой, да нет, все. Я говорю, ты что такой по телефону-то смелый? Да я там, вот ты там не прав. Я говорю, а в чем я не прав? Да мы так все работаем в Сочи, а ты там, ну, в таком духе, короче. А ты там, я говорю, а что я? Да вот просто у тебя YouTube-канал, если бы у тебя не было YouTube-канала, то ты бы, как и все, брал бы и как бы делал те же самые фейки и тому подобное. Я говорю, серьезно, что ли? Говорю, что это ты решаешь за меня? Говорю, ты кто такой? Говорю. И он хоп такой. Ну, он, короче, извинился сразу, потому что мы, получается, смотрите, вот агентство недвижимости находится, вот оно, прямо как раз мы проезжаем, видите? Вот они синие стоят, вот эти, как его, синие камеры стоят.
вот здесь вот толпа вышла, а мы, получается, с ним отошли поговорить вот здесь. И они все стояли, этих всех белых рубашечках, все. А я вот здесь машину поставил, и вот здесь мы общались. Ну, как бы здесь я хотел, тоже из-за разряда. Вот у меня вот эти только случаи были, и больше и не было. Вот как бы так. Поэтому, когда там пишут, там тебя возьмут, поймают, знаете, как бы можно поймать, можно все. Я же не говорю, что там все бессмертные и тому подобное. Я говорю про то, что кто прав, зато мы правда. И как бы тяжело потом, знаете, как бы тяжело будет, не знаю, там, потом как-то отмазаться. Очень будет тяжело. Поэтому что происходит, то происходит. А по поводу того, чтобы если не хотите, чтобы вам сзади моргали, не занимайте вы левый ряд. И даже если вы не нарушаете скоростной режим, да, вот как многие таксисты так думают, да, вы все равно нарушаете пункт 9.4, расположение транспортного средства на дороге. Вы все равно нарушаете. Вот как бы так, ребят. Ладно, что у нас сегодня хорошего такого? Давайте пробежимся по новостному блоку. Я, кстати, уже сюда с утра уже пробежался. И у нас хоккейный клуб Сочи вчера выиграл Нижний Тагил. Наконец-то. Конечно, с разгромным счетом 3-2 мы выиграли. 3-2. Просто разгромили, как говорится. Как уделали, как бог черепаху. Видите, хоть что-то хорошее есть. В Сочи началась реализация проекта конкурса «Трансформация учреждения отрасли культуры». Я зашел, думаю, почитаю. А там ничего. Там просто сказали, что трансформация. Он говорит, не путайте слово «мастурбация». У нас трансформация. Я говорю, ладно, все хорошо. В 2023 году банки предотвратили 5,8 триллионов обманов. Но зато 1,7 триллиона, поимели. Те самые, которые там позвонили с банка. Мне до сих пор звонят там, да, там. А вы делали перевод такой-то? А вы заказывали какая-то активность? А какой-то у вас личный кабинет? Пошло-поехало. Ладно, что проверяется пенсия гражданина, который решил уволиться, рассказывает госуслуги. Да ничего не проверяет. В любом случае, когда ты уходишь на пенсию, ты становишься, мягко говоря, ненужным для государства, ты становишься обузой, и, соответственно, я так понимаю, что цель пенсии, да, сделать так, чтобы ты быстрее подох, чтобы ты не был на иждивении. Вот и все. Отсюда можно просто объяснить эти нищенские пенсии в 17 тысяч рублей, при коммунальных платежах 8 тысяч рублей. Я считаю, это просто издевательство над пенсионерами. Поэтому я задумываюсь по поводу того, как я выйду на пенсию, и начинаю делать для себя, так скажем, подушку безопасности, для того, чтобы я мог спокойно, чтобы было сердце чем-то недовольно, чтобы было уже не больно, все прошло, сказала вольно, чтобы я мог... не рассчитывать на государство и мог там получать хотя бы пассивные там 1200 в месяц, потому что на меньшее тяжело прожить. 200 тысяч, это если вдвоем вы живете, 200 тысяч вам минимум нужно. Для чтобы 200 тысяч получать, нужно взять 4 нормальных квартиры. А лучше постраховаться и 5, чтобы они хотя бы сдавались и спокойно ты получал свой определенный доход. К чему я сейчас и стремлюсь. В МТС рассказали о завершении 5-летней работы по строительству инфраструктуры на горном кластере. Все равно Мегафон работает лучше, чем МТС, это факт. Сочи будет штрафовать недобросовестных продавцов Мимоз. Вот так вот, Мимоз, такой желтая такая штучка. К 8 марта будут ее везде продавать. На улице юных ленинцев ремонтируют дорожное полотно. И в том числе еще делают и тротуары. Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнерам. Во всяком случае, женщины так считают. Они считают, если у парня есть ипотека, значит, парень нормальный, серьезный, с головой, думает о будущем и все. Да, девочки, они не хотят связываться с тем придурком, извиняюсь за выражение, который берет и платит бешеные деньги за съем, в то же время, когда он мог, например, взять и платить за свое жилье. Поэтому девочки, они к этому лучше относятся. Хотя говорят, что все девочки шарахаются там от закредитованных парней. На самом деле нет, наоборот. Если в случае квартиры, если квартира в ипотеке, то наоборот, они к нему бегут. Потому что понимают прекрасно, значит, парень думает о будущем, ему какие-то есть цели, как задачи, интересы и так далее. Это на самом деле большой и огромнейший плюс. Я сам был удивлен этой статье, и все. Потому что можно же взять кредит на покупку айфона, и девочка скажет мальчику, что он дебил. Хотя не факт.
скажет, что он дебил в одном единственном случае. Если, например, он купил себе iPhone, себе, а не ей. А если он взял кредит iPhone именно ей, то нормально, все хорошо. Ладно. Рассказали, куда россияне хотят отправиться в романтическое путешествие. Большинство хотят в Сочи. Да, в Сочи романтика, я серьезно говорю. Ну, а так, конечно же, можно помечтать. Вот мне, например, сейчас дают, вот, говорит, Макс, говорит, езжай, говорит, с женой, говорит, на Сейшелы. Ну, ё-моё, мне напрягает одно, что надо долететь сначала до Москвы, и потом с Москвы еще 9 часов пиндюхать, понимаете? Что там нет ультра все включено, а есть только трехразовое питание. Ну и, в общем, вот такое. И напрягает мне то, что до Москвы 4 часа лететь, потом еще 9 часов лететь. И вот это все меня напрягает. А еще, как бы, даже напрягает не цена. Цена 600 тысяч. Меня даже эта цена особо не напрягает за 7 дней. Цена нормальная, да, там, ну, 600 тысяч просрать, ничего страшного, там, как бы, приору просрать. Но факт остается фактом. Я вот люблю летать куда-нибудь, ну, жена хочет, поэтому, скорее всего, придется, придется полететь на Сейшелы. Значит так, дата назначена. В 2024 году, в мае месяце, в конце мая месяца, начнется у нас сообщение. То самое, где Сочи, Геленджик, можно спокойно проехаться по воде. По воде. Такое в прошлом году было, и в этом году тоже будет. Извиняюсь, ну ничего, что я так простыл там. Плюс 23 градуса, можно простыть, да? Как? Ну, Максим только может. Ну, серьезно, Максим только так может. Почему? Ну, потому что, я так думаю, в Краснодаре так у нас самолет и не будет летать. В Анапе у нас так и не будет самолет летать. Как-то же нужно, да, не только же по ЖД-путям. Кстати, ЖД-пути у нас наконец-то заработали полноценно. Ну и все, все. Поэтому будет еще по воде можно будет добраться. Сюрпризом. В России создали аналог Tinder. Что такое аналог Tinder? Вот кто мне скажет, что такое аналог Tinder? Tinder – это вот получается приложение по знакомствам. Можно было знакомиться и так далее. На самом деле всегда все делается во благо. Когда-то и, соответственно, у нас атом, да, там как бы атомную энергию во благо хотели использовать, да, те же самые атомные электростанции и так далее. А потом она превратилась в атомную бомбу. Когда-то и хороший ресурс был Блаблакар, когда хотели, чтобы, например, ну, например, еду я, например, в Краснодар, да, думаю, ну, что мне, взял там в приложении, сказал, что я еду в Краснодар, готов взять попутчиков, например, завтра на 9 утра, например, и, например, там, чтобы мог взять там не по цене там такси, а просто взять и отвезти, например, попутчиков на хорошем, нормальном автомобиле и так далее, и немножко там себе бензин отбить. Вот это было хорошее. В итоге что у нас получилось? Блаблакар, это у нас сейчас все сидят таксисты, особенно по межгороду, целая куча этих приложений. И обычно нормальный человек, для которых это создавалось, он просто не может взять и физически просто не может взять и конкурировать с ними, потому что там целая куча приложений, как на Авито, да, забито все и вся забито непонятно чем, и все. И в итоге получилось, это ресурс получился для таксистов, для бомбил. То же самое я могу сказать и про это приложение, да, для знакомств. Хотели как лучшим. А в итоге это сайт, где будут у нас просто сидеть проститутки, шлюхи и остальные ваши знакомые. Все. И это будет просто как бы очередное такое, ну не знаю, очередной ресурс для того, чтобы можно было там, не знаю, как бы девочкам немножко подзаработать. Ну или еще что-нибудь. Я, например, такие приложения не поддерживаю. Ну, и хочешь познакомиться с девочкой, ну, выйдет это, извиняюсь, Сочи на набережную, да познакомься. В интернете ничего хорошего не будет. Я один раз ВКонтакте познакомился с девочкой, она пришла на свидание, я охренел, как она на себя была, не похожа, зато я был похож. И все. И я понял, что знакомиться по социальным сетям, это то еще сомнительное удовольствие. Значит так, ну это в принципе у нас основные новости. Ну и теперь у нас то же самое, да, что же у нас происходит на дорогах в Сочи.
что же у нас происходит с сотрудником, отделением дорожного надзора отдела ГИБДД в Сочи. Проведено обследование автомобильной дороги Сухумского шоссе. В ходе проверки выявлены нарушения. Ну, красавцы. Конечно, это самое важное, чем нужно заниматься. Самое важное. Следующее. Очень бдительная пассажирка на 4 часа задержала рейс России. Она, короче, услышала разговор, что сейчас, говорит, мы, говорит, взлетим, говорит. И она говорит, блин, говорит, там мужики говорят, что взлетим, говорит, взорвут все. И ей говорит, ты что, говорит, дура, говорит, что ли, говорит. Все, ну, в итоге взяли, остановили, начали проверять, бомбу не нашли, но самолет на 4 часа задержали. Конечно, как бы в комментариях написано, лучше лишний раз перебздеть, чем добздеть. Ну, ребят, ну это быть надо уже, ну, не совсем паникером, чтобы там, мы сейчас взлетим, а как вы еще? Поползете, что ли? Говорит, вот я серьезно, цитата, мы сейчас взлетим. И все. В Сочи за 2 дня привлекли к ответственности 15 пьяных водителей. Ну, видите, вот когда вот приехало руководство, говорит, все, говорит, нужен план по пьяным. Я говорю, все хорошо, сейчас быстренько сделаем. За 2 дня, говорит, сделаем месячно. Говорит, да как так? Да нормально, говорит. Мы просто обычно всегда, говорит, пьяно, говорит, отпускаем за полтинник, говорит. Ну ладно, говорит, пожертвуем ради благого дела, чтобы там у вас там звездочки и все. А на самом деле, говорит, все знают в России, что с сочинскими гаишниками всегда можно договориться. Всегда можно договориться. Даже натуральным продуктом. Ну, мне рассказывали, говорит, тоже, говорит, тормознули, говорит, начали разводить. Он говорит, давайте, говорит, сделать перевод. Я говорю, ты что, дурак, что ли, какой перевод? Говорит, палево же. Я говорю, ну ладно, говорит, а есть, говорит, что, говорит? Кто? Говорит, ну не знаю, рыба есть. Не, я рыбы не хочу, говорит. А что есть? Он говорит, ну икра есть, красная. Он говорит, да ладно, гаишник. Он говорит, да. Слушай, говорит, вот на обочину, говорит, сюда, говорит, убери, говорит, икру, говорит. Говорит, а этот, говорит, мне мой клиент, говорит, а у меня, говорит, икра, говорит, была, говорит, дорогая, говорит, прям хорошая икра. И была, говорит, еще щучья, говорит, которую, говорит, мы любим с женой, говорит, и все. А банки, говорит, примерно одинаковые. Ну, я беру эту икру щучью на обочину, а сам резко ехать. Потому что разница там была в 10 раз какая-то. Я говорю, красавчик, он говорит, да, говорит, и вот так вот. Короче, на Макаренко подростки спалили пальму. Ну, бывает такое. Ну, что, 14 февраля, говорит, ну, все, говорит, давай, говорит, постреляем, давай. У нас же все. Не буду говорить про национальность, там это видно по это, ну, не буду говорить. Айса, я твою маму и... Давай пальму тоже трахнем, давай. Ну, и все. В Сочи задержали фотографа, живодера. Ну, значит, ну, вот взял у тебя там, ну, какую-нибудь скотинку, и все. А в Сочи на остановке умер мужчина. Вот как бы так. Остановка, аэропорт. Не дождался своего. И самое главное, почему-то люди не помогли. Ну, бывает же такое, бывает. В Сочи мужчина с психическим расстройством напал с ножом на полицейского. Офигеть. Ну, полицейский-то он что? Он перед тем, как применив оружие или специальные средства, должен предупредить о намерении использовать их, предоставив при этом достаточное количество времени для выполнения своих требований. В итоге это у нас забыл, он забыл вообще, что он может применять. И в итоге что получилось? Да ничего не получилось. В итоге у нас и бывает очень много видеороликов, когда там, не знаю, там какой-то алкаш шугает нас, например, по 5, по 6 полицейских. Такое тоже бывает. Ну, так бы так. Ну, вы сами видели полицейских, у них такой живот, там реально, там, как бы надо еще к полицейскому представлять еще одного полицейского, какого-нибудь американского полицейского. Хотя американцы тоже такие бывают, там толстые, непонятно что, и все. Просто я когда был в Турции, и вот смотрел, который есть туристическая полиция, да, вот у них в Стамбуле, там реально там все подтянуты, такие ощущения, как будто они там, не знаю, там все какие-то там такие, все такие. И потом посмотришь на наших, думаешь, наши полицейские живут лучше, однозначно. Желаю всем вам, чтобы вы жили так же хорошо, как полицейские в Российской Федерации. Всем добра и пока.